В Москве состоялось вступление Владимира Путина в должность президента. Гостями инаугурации стали представители органов власти, общественности, культуры и спорта. В Большом Кремлевском дворце была и делегация Сахалинской области во главе с губернатором. Избранный глава государства прошел к трибуне через три зала – Георгиевский, Александровский и Андреевский. Он произнес присягу на Конституции страны. После этого Владимир Путин обратился к жителям с первой речью своего пятого президентского срока. Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период. Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей. Напомню, выборы президента проходили с 15 по 17 марта. В Сахалинской области на них была рекордная для региона явка – почти 79% избирателей. Они отдали за Владимира Путина свыше 86% голосов.